нашій маленькій компанії найменшого з нас ми шукаємо. Один, два, три. Це, напевно, будеш ти. Софья Вороная, 3 года. Ходит в детский садик. Когда вырастет, очень хочет стать доктором. Любит макарончики, блинчики, а любимое время года – лето, когда тепло и светит солнышко. А еще зима, когда можно поиграть в снежки и отпраздновать Новый год. Софья обожает отдыхать на море с родителями, смотреть мультики, особенно «Простоквашино» и «Ну, погоди». Девочка принимает участие во всех утренниках в садике, поет песенки, читает стихи, которые зачастую сама и придумывает. На телевидении выступает впервые, но родители и знакомые уверены, что София со временем станет отличной ведущей. Мамочка моя, ты любимая. Даня Синьковский, 8 лет, учится в школе. Углубленно изучает английский язык. У мальчика множество разнообразных увлечений, например, большой теннис. Дома живут морская свинка Патрик и рыбки. Любимые блюда – пицца и макароны, а еще разные фрукты. Очень любит лето и поездки с родителями на каникулах в теплые страны. Телевизор смотрит с удовольствием, особенно фильмы и мультики про трансформеров, которых знает поименно. В школе часто принимает участие в концертах. Играл роли кота Базилио, лешего, моряка, пирата, испанского мачо и даже Ромео. Хорошо танцует, поэтому совершенно неудивительно, что следующим шагом своей жизни видит работу на телевидении. Хочется подурачиться и забыть о своих делах. Ева Мулинсон, 7 лет и 10 месяцев. Учится в школе, изучает английский язык, осваивает игру на гитаре, большой теннис, посещает художественную школу. Собирает коллекцию игрушек Little Pet Shop. Последнее время очень увлечена живописью и мечтает стать художником. Любит сладости, пиццу, спагетти с сыром и кетчупом. Обожает лето, потому что летом тепло и каникулы. Телевизор смотреть любит, но фактически времени на это не хватает. Любит все про животных и не любит про принцесс. Дома у Евы живут собака Поттер, попугай и много рыбок. Решила попробовать себя в качестве ведущей, потому что уверена, у нее все получится. А значит, вам понравится. Я занят, перезвоните, пожалуйста, позже. Алло, раз, раз, два, два. Ребята, мы сегодня работать будем? Готовы? Приветствую вас в нашей маленькой компании. Еще разочек. Приветствую вас в нашей маленькой компании. Тут уютно и красиво, значит, вам понравится. Тут уютно и красиво, значит, вам понравится. Покрути. Дайте ей несколько минут, она успокоится. Просто разнервничалась. Приветствуем вас в нашей маленькой компании. Тут уютно и красиво, а значит, вам понравится. Вы узнаете много интересного о детях и взрослых. Потому что, когда взрослые вспоминают себя маленькими, они становятся веселыми, много шутят и смеются. И каждому хочется подурачиться и забыть о своих взрослых делах. Я маленькой компании.
Много черточек забор, это двор, во дворе рисую дом, а потом тучи в небе голубом, а потом пусть дождь пойдет, пусть сильнее на крышу льет. Карандаш забегал синий, вверх и вниз, вверх и вниз, и на дом с трубой и ливнем тучи пролились, от косых дождливых линий стал рисунок темно-синий. Где забор? Одна вода, наводнение, беда. Испугалась девочка, тяжело вздохнула, на рисунке дырочку в уголке проткнула. И сидит притихшая, терпеливо ждет, вдруг водичка лишняя в дырочку уйдет. Мама когда приедет? Мама, папа и Лиса, Майка и Лиза. И она не умолит ходит, она еще Майка. Посадились чашкой блюдце, сейчас они разобьются. И скоро в кухне на полке будут лежать осколки. И ты не ссорься напрасно, это очень опасно. Дедушка Мороз не даст и тебе подарки, мама. Альбом для рисования и в 10 лет, и в 7, и в 5. Все любят рисовать, и каждый нарисует все, что его интересует. Далекий космос, ближний лес, цветы, машину, пляски, сказки. Да были бы краски и лист бумаги на столе. Конец. Да, сиа, ребята, ай да, ёвочки, погиди. Спасибо. Рекламная пауза, не переключайте один. Реклама! Понравилась реклама? Хотите стать партнером? Звоните! Наша маленькая компания на сегодня прощается с вами. До встречи в следующих выпусках. В студии были Ева, Соня и я, Даня. Пока!